Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я предлагаю вам новый рецепт. Мы будем готовить печенье. Печенье, которое называется бисквит а ла кюйер, и которое очень часто используется в итальянском десерте тирамису. Подумали? Сделаем их вместе. Для приготовления нашего рецепта нам понадобится 4 яйца, 100 граммов коричневого сахара, 120 граммов муки, 50 граммов сахарной пудры и соль. Приготовление. Для начала нужно будет разогреть духовку до 200 градусов Цельсия. Затем взбейте белок с щепоткой соли до получения крепкой пены. Потихоньку ввести коричневый сахар. Осторожно введите яичные желтки и взбивайте еще 5 минут. Прогрессивно добавить просеянную муку, постоянно помешивая. Помешивать надо постоянно в одном и том же направлении, для того, чтобы не сломать нашу пенку. Сформировать пальчики. Посыпать сахарной пудрой. И выпекать 8-10 минут при 200 градусах Цельсия. Охладить и подавать со стаканом молока, либо использовать в итальянском десерте тирамису. Приятного аппетита, мои дорогие! Надеюсь, что этот рецепт вам по душе. Ну что, до следующего вторника с моим новым рецептом, сделанным специально для вас. Мелоси Росетт.